Меня и мороженое на Сарик Лол. Мы тебе Сарик Лол, а ты нам мороженое. Я хочу клубничное, а я хочу ванильное. О, я чуть не забыла, сегодня эти мороженки стоят немножечко дороже, чем обычно. Поэтому один Сарик Лол, одно мороженое. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Попляшите. Ой, как страшно, ой, как испугались. Ага, прям коленки назад. Так, что с этими девчонками делать-то? Вот жадные стали. Попкорном не делится. Ой, так хочется чего-то вкусненького и сладенького. Вкусняшек таких. О, точно, я знаю. Пойду куплю себе мороженое. И что, все? Привет, цветочек! Я так рад, что тебя встретил!
ну что ж, пока наши малыши кушают мороженое, мы можем открыть вот этих два шарика Лол, маленькие сестрички. Давно мы это не делали. Ну что ж, давайте вот этот откроем. Мне уже не терпится посмотреть на подсказку. Посмотрим, попадется мне сегодня новая куколка или нет. Та-дам! О, смотрите, это кошечка. Она спит. Я знаю, что это за клуб. Это пижамные вечеринки. А ну-ка посмотрим, права я или нет. Наш второй слой. Ой, здесь желтый шарик. Здесь выпала у меня наклеечка. И остался последний слой. О, какая малышка. А вот такая у меня тоже есть. Третий слой. Открыли и сам шарик. Та-дам! Поехали открывать. Здесь у нас желтая цепочка к шарику. И здесь... А-а-а, смотрите, это повторка! Я знаю, кто это будет! Привет! Привет, привет! Это случайно не твое? Да, это мои классные истории! Ух ты, круто! Ну что ж, давайте откроем дальше. Да, точно, смотрите, какая сумочка с маской для сна. Она розовенького цвета. И здесь вот такие страшненькие глазки. Но мне они кажутся милыми, не знаю. Ну что ж, и теперь сама куколка. Та-дам! Вот она, милашка с синими волосами и в розовых трусиках. Конечно же, это Бэби Сплюшка. Вот она, милаха такая. Она нам подмигивает. Дожидается свою подружку. А мы пока приступим и откроем ее. Ну, хоть бы это новое. Та-дам! Ой, я не помню, чтобы мне попадалась такая подсказка. Честно, не помню. Здесь собачка и теннисная ракетка. Прикольно! Посмотрим дальше. Наш второй слой спрятал под собой наклеечку. Ой, и малиновый шарик. Такой яркий-яркий. Вот она, наша наклейка. И, конечно же, третий слой. А, как-то он интересно открывается. И здесь у нас пакетики. И по очереди. Первый у нас, конечно же, это малиновая цепочка к нашему шару. Тут-то я уже такое видела. Помню, кому они принадлежат, но точно видела. Честно-причестно. Ребята, если вы догадались, кому принадлежат эти очки, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. А я пока открою следующий пакетик. А-а-а, это повторка! Это опять повторка! Ну что ж, ждите следующий конкурс. Да, вот она, наша куколка-повторка. Вот наши куколки, смотрите. Одна из пляжной вечеринки. Это вот она, Бэби Сплюшка. И из акваклуба. Это пляжная Бэби. Вот она в желтых трусиках и с белыми волосами. Вот какие прикольные куколки мне сегодня попали. Так что, ребята, ждите новый конкурс. А чтобы не пропустить его, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ведь у меня на канале будет еще много-много конкурсов. Ну что ж, вот такие новые подружки появились у наших цветочек. А теперь давайте искупаем наших малышек. Сначала Бэби Сплюшку. Вот, смотрите, у нее появился купальник, трусики стали темные-темные, волосы более сиреневого цвета и сердечко на щечке. Погодите, здесь есть... А, смотрите, а сзади скелетик. Ага, круто! А теперь нашу вторую красотку. Резко розовые волосы, вот так вот сразу, смотрите. Трусики стали в горошек. И еще появился купальничек. А, вот такая красавица. С розовыми волосами, с ярко-ярко розовыми. И в теплую. Волосы снова белые. А здесь опять розовые. А,
она мне очень похожа с мини-доктор. У них и прически похожие, и когда эта куколка меняет цвет, она уж очень похожа на мини-доктор. Спасибо тебе!